Город СССР, Свердловская область. В этом городе родился Павел Петрович Бажов. Его сказы известны по всей России. «Серебряная копытца», «Хозяйка медной горы», «Малахитовая шкатулка». В городе СССР еще сохранилась школа, в которую ходил Павел Петрович Бажов. Она деревянная, ей больше 100 лет, и школа была только для мальчиков. В городе СССР, как и по всему Свердловску и Свердловской области, очень чтят память о Павле Петровиче Бажове. Писатель.